приветствуем ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый год 9 мая ветераны снова в строю. О далеких военных годах им напоминает голос знаменитого советского радиодиктора Юрия Левитана. Поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны! Праздник со слезами на глазах, гласит текст известной песни. В этом году на празднике Победы всплакнуло даже небо. Торжественный митинг начался в 11 утра. Открывали его первые лица района. Солнечногорцы не понаслышке знают о войне. Мы всегда будем помнить о том, что на подмосковной земле начинался триумф нашей армии. Ее победный путь к Рейхстагу. Сегодняшние торжества, которые идут во всей нашей стране, и уже во всем мире, это не просто дань, это не протокольные мероприятия, это продолжение, дорогие ветераны, вашего труда, вашей жизни, продолжение тех людей, которые не дожили до этой даты. На митинге выступали председатель Совета депутатов Солнечногорского района Сергей Кубасов, председатель Совета ветеранов Виктор Лобачев и председатель Общественной палаты Николай Чебыкин, руководители района, представители солнечногорских предприятий и общественных организаций возложили венки и цветы к памятнику воинам, павшим при освобождении Солнечногорска. Торжественный марш – самая зрелищная и запоминающаяся часть праздника Победы. Возглавляют парад победители. Вслед за ними – войска Солнечногорского гарнизона. Парадные колонны проследовали к мемориалу «Скорбящая мать». Здесь тоже произошло торжественное возложение венков. Солнечногорское благочиние совершило молебен по погибшим. Я только желаю, чтобы вот потомки наши и продолжали этот день помнить, чтить и... Пусть он, этот подвиг, светит, как звезда всем поколениям. Вообще, чувство гордости просто колоссальное. Чувство гордости вообще за наш народ. Смотришь на этих наших замечательных стариков, какие они еще все бравые, какие у них замечательные, чистые, возвышенные лица. Спасибо вам за ваш подвиг, за ваш героизм. И пусть у меня самая любимая песня «Когда усталая подлодка из глубины идет домой», чтобы вас всегда ждали дома. С праздником Победы вас!